Здравствуйте. Хочу девушке своей вот такую красивую вещь сделать. Как-то вы можете мне помочь? Что-то материалы или научить как-то? Для этого вам нужна специальная бумага для скрапбукинга, вырубки из чипборда, цветочки, клеевые полубусины, фигурный дырокол. Отлично. Так, а что я с этим все делать буду? И обучающее пособие. О, спасибо. Беру. В магазине «Художник» вы найдете материалы, инструменты и заготовки для разных видов творчества. Не только для скрапбукинга, рисования и живописи, но и для лепки, декупажа, мозаики, пластической скульптуры, точечной росписи, мыловарения, вышивки, резьбы по дереву, квиллинга и многого другого. Если среди товаров не найдется то, что вы искали, всегда можно сделать заказ. А продавцы постараются найти необходимую для вас вещь. Таким образом, ассортимент магазина постоянно пополняется и впечатляет разнообразием. Магазин сотрудничает с несколькими детскими садами и художественными центрами. Здесь закупаются многие школьники, так как в ассортименте есть все необходимые товары для уроков труда, черчения и рисования, а также для разных творческих хобби. Магазин радуется ассортиментом, потому что здесь можно подобрать все, что угодно. Только что вот купила для мраморирования краску, обошла весь Подольск, нигде не нашла, только здесь нашла. Здесь есть все, что нужно, это близко. Ассортимент большой. Быстрое обслуживание, все находят, все показывают, рассказывают. Постоянно приходим сюда, в этот магазин. Ну, здесь у нас устраивает все. И цены, и качество, и обслуживание. Все очень хорошо. Нужно выбрать подарок для любителя хендмейд или рукоделия? Тогда вам точно сюда! Выбирайте, что больше нравится, начиная с разнообразных творческих наборов и заканчивая портретом именинника, заменой фона или костюма. С подарком точно не ошибетесь! Для тех, кто хочет сделать подарок своими руками, на площадке магазина проходят мастер-классы для умельцев разного возраста. Приходите и окунитесь в мир творчества. Магазин «Художник» находится недалеко от центра города, в жилом комплексе «Атлант». Его витрину сложно не заметить, так как здесь представлены образцы основных направлений магазина. Торговую площадку для творчества вы найдете на стороне улицы Советская.